В минувшие выходные «Единая Россия» провела предварительное голосование за кандидатов, которые будут представлять партию на предстоящих выборах в Государственную и Московскую областную думы. Процесс голосования и качество проведения праймерис оценил один из кандидатов, действующий депутат региональной думы Владимир Жук, который стал почетным гостем конференции местного отделения партии. Явка была очень активная, хорошая, и голосование тоже было за самых разных кандидатов. Заявок было сотни по Московской области и Государственную Думу, и в Московскую областную Думу. Бюллетенек были десятки самых достойных, поэтому выбор был очень большой, профессии разные, возраста. Выбирай, что называется, на вкус. Именно это люди и наши избиратели сделали. Но это был не единственный вопрос, ради которого местное отделение собралось на внеочередную конференцию. Переизбрание секретаря – вот основной повод. По традиции им становится глава муниципалитета. Секретарь Ленинского отделения Спасский Алексей Петрович написал заявление о добровольном сложении полномочий. Предлагаю утвердить заявление Алексея Петровича и прекратить полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского городского округа Спасского Алексея Петровича досрочно. Нет возражений. Кто за? Прошу голосовать. Единогласно партийцы приняли решение о досрочном прекращении обязанностей Алексея Спасского и путем тайного голосования на эту должность избрали действующего главу Ленинского городского округа Дмитрия Баренова. Для меня это, конечно, большая честь и огромная ответственность. Один человек никогда ничего не может сделать. И можем идти к тем переменам, о которых говорит наш губернатор, идти только все вместе. Все вместе, каждый по своей территории, по своему направлению, и двигаться сообща, и администрации, и депутаты, и полиция. И, соответственно, только в этом случае мы сможем действительно сделать перемены для наших жителей. На сегодняшний день в составе местного отделения партии «Единая Россия» порядка 580 человек. В связи с эпидемиологическими ограничениями всех желающих большой зал историко-культурного центра вместить не смог. Но те 48 делегатов, которые приняли участие в голосовании, почти единогласно избрали кандидатуру Дмитрия Баренова. По политической линии у него есть довольно большой опыт, и человек он открытый, он уже продемонстрировал в должности главы то, что максимальная открытость и максимальное общение с людьми, с населением, и максимально старается реализовать те задачи, которые перед ним ставят жители. Вот, а политическая партия «Единая Россия», мне кажется, вот именно такой секретарь нужен. Завершающим вопросом конференции стало избрание нового члена политсовета. Всего в руководящем органе местного отделения партии 19 человек. Но в связи с прекращением полномочий Ольги Кузнецовой на ее место был предложен начальник территориального отдела Картинский Андрей Извеков. За его кандидатуру делегаты проголосовали единогласно. Также присутствующие обсудили предстоящую областную партийную конференцию и отобрали делегатов от Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.